О, а что, снимаем, да? Мужики, всем привет! В общем, решил запилить коротенький видосик, потестить своего нового мобильного оператора в качестве вот такого стедикама на 360 градусов и потестить беспроводную аудиосистему. Вот. Как-то так. Сейчас немножечко расскажу, что я уже сделал. Ну и первым делом хочу вас поздравить с Новым годом, а кого-то, может, уже с наступившим Новым годом, пожелать вам всех благ, удачи, здоровья, самое главное – здоровья. Ну а я, мужики, вот строю себе мастерскую, общая площадь 30 квадратных метров, уже практически готова, осталось здесь буквально неделька, уложить на пол плиточку, плитка будет тротуарная, и поставить консольный кран, который будет мне помогать двигать тяжелые запчасти, перемещать, да, где-то на верстак, где-то с верстака, где-то что-то. В общем, такая задумочка у меня есть. Кран будет крутиться 360, конструкция простейшая, никаких тут секретов и сложностей нет. В общем, если интересно, запилю вам видосик по постройке, да, установке этого консольного крана. В общем, как-то так. Высота позволяет, в принципе, его установить. В центре высота у меня 2,90, по краям 2,35. Крыша двускатная получилась. Точнее, не крыша, а потолок. Крыша односкатная, накрыта шифером. Внутри полностью я зашил все металлом. Плюс утеплил стены. Внутри минвата, которая не горит, да, в плитах. То есть утеплил еще помещение при помощи вот такого утеплителя, будем так говорить, да. Останется кинуть электрику. Ну и, соответственно, плиточка, да. Вот. Ну, смотрю, оператор справляется. В принципе, очень удобно, следит, как говорится, так как надо. Не знаю, как микрофон пишет, но сейчас буду тоже смотреть вместе с вами. Вот, как-то так. Ну, извините, что хожу кругами. Это идет тест. Это идет тест. Потому что ролики пилиться будут здесь уже совсем по-другому. Не нужно тут будет ютиться там на одной ноге. А можно полноценно поставить где-нибудь штативчик и заниматься уже не привязанный ни проводами. Не нужно никого просить, чтобы снимать, да, видосы. Ну и так далее и тому подобное. Я думаю, будет намного комфортнее, удобнее. Не знаю, кому-то может и не нравится мой канал. Ради бога, мужики, это мой канал. Я веду на нем блог. Это моя жизнь. Я как бы немножко делюсь этими моментами с вами, поэтому никаких проблем в этом не вижу. Вот, соскучился я, очень соскучился за хейтерами. Мужики, ну куда вы пропали? Ну это ж не дело. Скучно без вас. Где ваши комментарии негативные? Уже хочется почитать. Ух, как хочется, прям не знаю. Вот так вот. Ладно. Если интересно, пишите, запилю видосик по крану, по консольному. Ну и, наверное, скорее всего, уже увидимся в следующем году, когда здесь уже будет все готово. А готово будет, я повторюсь, буквально неделька, и все будет отлично. Вот, как-то так. Ладно, всем пока. Всем удачи. Еще раз с праздником. С вами был Санек. Еще увидимся.